Порядок и чистота даже в деталях. По мере таяния снега в Самаре ремонтируют и восстанавливают элементы благоустройства дороги и малые архитектурные формы. Объем работы у коммунальщиков немалый. Существуют элементы обустройства автомобильной дороги, относящиеся к технической самоорганизации движения. Это дорожное ограждение, стойки дорожных знаков, стойки светофоров и тому подобное. То есть эти элементы, они чистятся, красятся, а уже в части малых архитектурных форм данные элементы, они расположены на зонах отдыха, общественных пространствах, набережных, парках. То есть это лавочки, детское оборудование, спортивные площадки и тому подобное. Не только за эстетику, но и за безопасность отвечают пешеходные ограждения. В этом сезоне планируется обновить порядка 1200 секций. Работы ведутся по всему городу и уже сейчас выполнены на четверть. А когда погода станет по суше, все отремонтированные ограждения почистят и покрасят. Примерно около 15, когда как, минут 5-10. Так мы затрачиваем. Это вот одна точка вот сейчас у нас. Вы видите, мы пока правим, пока там подбиваем, там ректуем. И вот уходит. А иногда меняем, если то где-то часа полтора-два. Сначала мы едем, смотрим, какие, как говорится, изогнутые. После зимы, после всяких, бывает аварии. И мы смотрим, снимаем, докладываем по такому-то маршруту, столько-то штук находится, в плохом, в плачевном состоянии. Нам сразу начальник участка говорит, надо съездить, взять, получить ограждение и заменить, которое требуется замены. Но которое требуется поправить и рихтовки, мы их сами правим, сами ставим. Ремонт мафов, ограждений, урн и скамеек – важная часть сезонных обновлений в период месячника по благоустройству. Контролирует выполнение работ Департамент городского хозяйства и экологии и МП благоустройства. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.